Лев Михайлович. Здрасте. Здрасте. Лев Михайлович, мне мат логику сдать. Из-за вас на кафедре была целая дискуссия. Да. Большинство считает, что следует говорить математическая логика. Математическая логика. Крещение на дворе. А? И я вам задаю классический вопрос. Как что? Ваше имя? Люда. Этого мало, фамилия? Величко. Отлично. Люда Величко. Буду иметь честь видеть вас во вторник в 5:00 пополудни. Вас устраивает? Возьмите. Спасибо. Пожалуйста. Не один билет. Какой зал, большой или малый? А я не знаю. А что в малом? А вы читать умеете? Сталкер? Нет, мне на чудовище. Вот и все, что было. Вот и все, что было. Ты так хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода. А ведь это породы любви. Ой, Лев Михайлович. Здравствуйте. Здрасте. Величко. Люда. Угу. На сталкера? Конечно, на сталкера. С подружкой договорилась. Она не пришла почему-то. Заболела, наверное. Это научная фантастика, да? Ну, почему научная? Про людей? Про то, как мы вбиваем себе в голову, будто что-то хотим. Страдаем, мучаемся. А нужно нам совсем не это. А что мы и сами не знаем? Да и боимся знать. Очень жизненно. Да? Я вот, например, всю жизнь астрономией увлекалась. Все созвездия наизусть знала. Приехала поступать на физфак. Провалила. Мне девочка одна наш институт посоветовала. Вот теперь учусь без всяких звезд. И ничего. А вы откуда? Из Воронежской области, город Озера. Озера. Хорошее слово. Тихо там. Тихо. Иногда, знаете, так устанешь, что хочется куда-нибудь сбежать в такие вот озера. И жить себе спокойно. Да что вы там делали? Неперспективный город. Одна фабрика, лесопильный завод. На танцы то за 5 километров ходить пешком, пансионат. Ласточка называется. Неужели за 5? Угу, за 5. Тогда действительно мне не подходит. Вы извините. Извиняю. Ну? Уже пора? Да, рога трубят. Минуточку, подождите, а? Я сейчас. Величко! В чем дело? Извините, мне билет поменять. Девушка, здесь очередь. Я ошиблась, мне на сталкера. Пойдемте. Ну, всего доброго, был очень рад. До свидания. Как? Вы разве не сюда? Нет, я на чудовище. Я уже видел 2 раза. А вот сегодня решил развлечься, на Бельмондо посмотреть. Ну, вы бегите, а то опоздаете. Честь имею. Ой, Лев Михайлович. А, Величко. Люда? Да. Ну, как вам сталкер? Очень понравилось. Только я там одну вещь не поняла. Счастливый вы человек, Люда. Я там с первого раза так целых 2 вещи не понял. Или даже 2,5. Смеетесь? Нет. Ну и как вы, Люда Величко, живете без звезд? Хорошо живу. Спасибо большое. Не надо меня провожать. Ладно?
Лев Михайлович. А, здрасте. Здрасте. Величко. Люда. Угу. А мне предложение сделали. Да, и что же вам предложили? Замуж. Поздравляю. Ну и? Выходить или не выходить? Я что-то не понимаю. А кому предложение сделали? Вам или мне? Не. А чего от меня хотите? Совета. Это что, шутка? Нет. Это серьезно. Но я крайне несерьезный человек. Лев Михайлович, как скажете, так и будет. Вы что, смеетесь надо мной? Нет. Обращаться ко мне за подобными советами просто нелепо. Вы понимаете это? Лев Михайлович. Нелепо. Лев Михайлович. Послушайте, Величко, пустите Лев меня. Михайлович. Решайте свои проблемы сами. У меня своих хватает. Величко. Величко. Ну, возьмите себя в руки. Слушайте, ну действительно, что я могу вам посоветовать? Опыта у меня никакого. Женат я был всего год. Считается, что замуж выходить надо. Семья, дети. Слушайте, ну вытрите слезы. Возьмите платок и... Ну что вы смеетесь? Ваши контрольные, между прочим. Лучше помогите собрать. А где ключи? И кто этот счастливец? А? Кому повезло? Какой ты имеешь значение? Ну вы хоть любите его или нет? Какое это имеет значение? Ну что-то должно иметь значение. А? Вы.